просмотра и, друзья, как говорится, пацан сказал, пацан сделал. Солдат сказал, солдат сделал. Кочевник сказал, кочевник сделал. Я просто немножечко, знаете, у меня такое ощущение, что мой iPhone немножечко хотел разорвать от количества комментариев, которые, вот помните, в предыдущей, что я делаю, я не знаю, в смысле, ну, то, что там их было очень много, комментарии «Саня, давай». Потому что в предыдущей серии, которая вышла, между прочим, вчера, я сказал, что если я увижу достаточно большое количество комментариев, ну и, конечно же, друзья, царских лайков, то вот так вот, не шутя, как говорится, не жалея рук, ебану я трюк, и сегодня, не жалея вот этот вот пальчик, я собираюсь проходить второй в моей жизни демон. И, друзья, ситуация, мягко говоря, непростая. И вы знаете, что демон для меня это как бы, как... Ну, неважно, в общем. В общем, это действительно сложно, и поэтому, друзья, все, что вот-вот, я должен почувствовать эту энергию. Она всегда мне помогает, и я очень надеюсь, конечно же, что я сегодня же, вот сейчас вот прям в прямом эфире начну изучать этот уровень, и сегодня же его за одну серию покорю. Но это в идеале. По крайней мере, так было с первым демоном, поэтому, друзья... Ваш царский лайк реально влияет на эту ситуацию. И какой-нибудь позитивный, так скажем, бодрящий комментарий, это прям вообще топчик, заранее всем спасибо. Итак, болтать, пора приступать к делу. Что это? Понял. Так, подожди, я ставлюсь... Так, это опять... Это опять музыка! Блять, я не понял просто, что нужно сделать. Так, подожди, мне нравится. Во-первых, он нифига не короткий, по-моему, как-то 9%. Мне казалось, что я уже, блядь, 65 прошел минимум. Ладно, шучу, нет. Ну, типа, вроде как, ну, нормальный, короче, уровень. Конечно, друзья, я думаю, что логично сразу перейти к практис-моду, потому что... Откуда эта музыка? Почему я не могу сразу? Я же уже просто практически про, нуб, я не знаю, профи, все, что можно соединить. Я уже не знаю, как себя просто охарактеризовать. То есть, с одной стороны, я вроде недавно начал играть в эту игру, с другой стороны, я почти ее полностью прошел. С другой стороны, я как бы еще ни хера не умею, с другой стороны, я вроде как что-то умею. Поэтому, кто я вообще есть на самом деле, друзья, решать только вам. Блять, ну это такой демоноид прям, это демоноид, пацаны. Чувствуется, что это прям... Чувствуется энергия демона, блять. А когда... Так... Ага, вот это изи, здесь подпрыгиваю, здесь, ага, попадаю. Ух ты, блядь, подожди, я не понял, здесь, а, все, здесь не надо. Подожди, подожди, то есть здесь, по... оп, сюда, сюда, сюда. Ух ты, блядь, а, подожди, не понял. Вот это не понял сейчас. Это, блядь, надо учить. Слушайте, ребята, официально могу заявить, что тот демон был попроще, реально. Ну, как бы по факту, мне кажется, но это и к лучшему, что этот демон, сука, сложнее. Какая-то херня, он реально, если вдуматься, он большой. Они обычно все какие-то, ну, средние, а этот прям, блядь, большой. Я хер знаю, почему у меня такое ощущение, но он прям большой. Блядь, это реально, пацаны, это не шутки уже. Это уже, это, блядь, уже не шуточки, маршруточки, блядь, шутить. Это уже... Еблан, вот опять, ну ебантяй, блядь. Тут, блядь, не учишься на своих ошибках, учись, блядь, на своих тогда. Что ты, блядь, если... Пиздец. Дашка, Дашка, блядь, Geometry Dash, блядь, пиздешашка, сука. Так, так, оп, все правильно. Так, что-то... А что... Что эти восклицательные знаки должны были... Я не понимаю, вначале должен сам додумываться или что? А, вот что... Подожди, я ничего не понял, а что я сделал? Подожди, в итоге, мне нужно... А-а-а, все, я понял. Подожди, 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 то есть я просто-напросто должен... Оп, успеть, все, понял. Да... Опа, блядь. А, по шестеренкам. Следовать шесть... Ой-ой-ой-ой. Так, изи. Ой-ой-ой, пацан. Ой, нет, вот это нет. Только не переворотная хуйня. Ну, пожалуйста, ну все что угодно. Ну, я реально... Ну, не могу. Ну, у меня с ориентацией проблемы. Я уже несколько раз с этим говорил. Реально с ориентацией проблемы. Потому что действительно очень много всего... Блядь, охуенно. Просто начал... Очень много всего... Блядь. Не, ну так дело не пойдет, подождите, ну я же прошу... Да подожди, Саня, блядь! Я репетитору сейчас буду записываться, реально, в прямом эфире. Нет, я не понял, я какая-то, знаете, какой-то синдром растерянного пацанчика, блядь. Да, такое заболевание тоже есть. Оп. Нихуя не понимаю. Блядь, просто... Не помню.
А! Сука, дурак! Ой, тут дурачье, блядь! Вот я помню, блядь, старшеклассница Машка, блядь, подходила и говорила, дурачье, блядь! Вот я такой, вот такой, да! Такой плохиш, блядь! Ну пиздец, блин, он очень длинный, или мне кажется? Он какой-то глубокий! Он реально длинный! Он типа не классического вида! Он не классического вида, он реально какой-то лонговый, блядь! Оп! Блядь, ну я же должен покорить его! Это не точно, бля, пацаны, но это прям для меня это демон, блядь. Это демон во плоти, нахуй. Чё? Во плоти это как? Блядь, пиздец. Так, давайте, нет, надо что-то делать, пацаны. Я думаю, что, может быть, я не чувствую, конечно, энергию лайков, может быть. Я, конечно, ничего не хочу говорить, но вполне такое возможно. Ничего не понимаю, блядь. Мало того, что этот ёжик, блядь, выёбывается, реально, я не понимаю. Ну вот что казалось бы, Не, ну я не понимаю, у меня что с реакцией-то стало? Короче, я сейчас должен... Как я обычно это делаю? В нормал моде понимаю, что там хотя бы... Я нихуя не помню, реально, очень... Чё? Ах ты, блядина, зажим нужно сделать! Ну, смысле, опять ключ получил какой-то, блядь. От квартиры? В центре? Москвы? Люберцы. От ручки. Так, опа. Блять, ну типа, здесь прям есть моменты неприятные, скажу так. Знаете, вот осадочек такой остается, блять. Блять, да нахуя! Блять, упал на мочу и подпрыгнул! Ну зачем, блять? Ну что я делаю вообще? Какая-то несобранность, знаете, вот когда физрук говорит, что, блин, подготовку не чувствует. Вот я, блять, то же самое сейчас. Ну реально, какой-то не. Нет, я не понимаю, ребят, я делаю, а она не делается, блять. Надо что-то. Сейчас, это... Знаете, что меня радует? Что в такие моменты я хотя бы учу. То есть, вот смотрите, вот это вот, как бы, я уже выучил, да? Конечно, с первого раза, как бы, тут... Ну, блядь, оперативки не... Блядь, что я делаю, блядь? Оперативки не хватает, блядь. У меня же не SSD, у меня HDD, блядь, еще тот. Опа. Так. Так. Чё творю? Чё творю? Блин, ребят, какая-то несвязанная речь. Что со мной происходит? Смотрите, я поплыл. Блять, я поплыл, реально, я себя чувствую капитаном, блять. Боцман ёбаный, блять. Как мне это сделать? Я не понимаю, я не могу собраться. Так, может пиздеть, может поменьше. Давай попробую. Нихуя не помогло, блять. Так, подожди. Оп! 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 Блять! Пережал! Куда переезжал? Да не переезжал, а пережал, блядь. А. Так. Ну, сука, ну я должен, но это... Не, пацаны, ну это... Я реально... Я... Ну это даже... Нет, вот... Я не понимаю, блядь, ну эта херня должна мне пока... А может этот демон сложнее? Ну, блядь, это хорошо, что он сложнее. Тот я прошел, блядь. Тот был действительно, ну... Не сказать, что изи, но как бы... Ну что ты делаешь, а? Бля, ребят, я что, реально поплыл? Подожди, давай еще раз пройду вот. Ой, хуйню творю, пиздец. Мне стыдно, пацаны. Реально, мне стыдно что-то. Вы знаете, я такой пацанчик, блядь, если меня... Ну, типа, в самом начале я понимаю, что я парю, я начинаю думать, блядь, так это начало. А что будет дальше? Это самое хуевое качество, блядь, которое может быть. Бля, ну это пиздец, я нихуя не помню. Я же нихуя не помню. Так. Я нажимал, блядь, опять? Вы помните какой-то уровень, где я тоже не мог пройти, потому что клавиши ёбаные, блядь, не попадали? Блядь, ну это пиздец. Ну реально, по факту нихера. Бля, я напряжен. А, это плохо. У меня мышцы напряжены. Массажик вот сейчас. А не вот это вот все. Блядь. Не помню нихуя, ну похуй. Блядь. Да как? Чего? Я не уместился? Блядь, это только 40%. Пизда, там же еще переворотная хуйня. Нет, пацаны, у меня...
У меня есть плохая новость. Я прям чувствую это, я не хочу этого говорить, но... Скорее всего, я не пройду эту хуйню, блядь. Это очень плохо. Ну, в смысле, сегодня. Может быть, так-то пройду. Ну, как бы я, наверное, ей и займусь, потому что она... Для меня всяко выглядит проще, чем... Этот, Динамикс, блядь, или как его, блядь, нахуй я вспомнил это имя. Так. Я что, еблан? Я ни разу там не ошибался в практике, блядь, какого хуя я сейчас... Я не понимаю, блядь. Не, ну какой-то прогресс есть, это, конечно, заебись, но... Блядь, я реально расстроен, пацаны. Все, неужели скилл потерян? Я понимаю, что это демон! Именно этим я себя успокаиваю, что это как бы демон, и по сути, тот же Электродинамикс и этот Хексагон, блядь... Форс должен... Так! Блядь, собрался нахуй! Ебантяй! Ну ебантяй, сорокет, блядь, хуячу! Полтинник надо пробивать, пацаны. Сегодня полтинник надо пробивать. Блять, с чего мы начинали? Вы помните, с чего мы начинали? Что я сейчас делаю вообще? Только недавно я удивлялся ежику, блять, уже я им, блять, управляю только так, нахуй. Так, опа. Опа. Тан-та-та-тан-та-тан-та-тан-та-тан. Какой-то собранности не хватает. Не понимаю, в чем дело. Так, все, блять, собрался, нахуй. Вот это тайминги. По одному процентику будем шагать, я не понимаю, или что? 41. Пацаны, пока полтинника сегодня не будет, я как бы не успокоюсь. Почему я должен успокоиться, когда будет полтинник? Потому что я буду понимать, что я половину карты прохожу. А это означает то, что в крайнем случае я просто зубрю остаток и, блядь, делаю все возможное, чтобы пройти его. Как бы полтинник — это действительно та самая мерка. Че, мерка, блядь? Да, рамка, блядь. Ну, похуй. Там-та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 
что на нем. Да-да! Ах ты, блядь! Паршивая! Проститутка, блядь! Знаете, что меня вот бесит еще? То, что эти демоны, вот эти вот, которые, блядь, я прохожу, вот что первый, что второй, блядь, они, по сути, смотрятся, ну, наверное, легко. Или нет? Хуй знает. Ну, короче, они прям... Блядь. Да-да! Да сука ты, блядь, подпрыгивай нахуй! Как она заебала-то! В мочу не попал. Блядь! Все, ну неужели все, блядь? Нет, не все, нахуй. Ну, пацаны, ну мне обидно. Да, блядь, да что я делаю? Какую-то хуйню творю просто, дикую. Мне это пиздец напрягает. Что я делаю? Ребят, я не понимаю, что я делаю. Блядь, все, короче. Я не хочу сдаваться. Ну, я, конечно, может быть, не рассчитывал, что у меня во второй... Хотя рассчитывал, да, рассчитывал, блядь, потому что я справился с первым изи-демоном. И схуя ли я не могу справиться со вторым, если он примерно... Ну, примерно такой же, но он посложнее. Вот прям, ну, может быть, кому как, конечно, но по мне вот этот... Вот, друзья, напишите в комментариях, вы, если вот... Я забыл, как тут называется, Lightroom, блядь, или Light Road, блядь, вот этот, который я первый проходил. Какой для вас сложнее демон? И какой вы смогли пройти, а какой... Сука! Руль выебу, нахуй, в отверстие, блядь! Камера жива? Меня реально бесит эта хуйня, я просто поним... Бобо... Блядь, ну меня просто бесит какая-то... Ну, блядь, ну на ровном месте, я не понимаю, здесь нет... Да еблан я просто! Ну я просто еблан. Я не знаю почему, пацаны. Я не понимаю, я делаю ошибки в таких местах, которые я не понимаю, что у меня с реакцией что-то случилось. Он не сложный, блядь. Он не сложный, нахуй. Здесь тем более. Ладно там. Ладно там дальше ошибаться, где там перевороты, которые я не могу, блядь. Еще же они меня ждут, и меня эта сука. А-та-та-та-ра-та-та-та-та-ра-та-та-та-ра-та-та-та-ра.
Наконец-то! Да блядь! Да сука! Да оно не срабатывает, сука, ёжик, блядь! Я так давно не бомбил, вы помните? Ну потому что я по факту понимаю, что я делаю ошибки глупейшие. Да это, блядь, пизду нахуй. Реально в пизду, я не понимаю, реально, я не понимаю. Что сегодня, не мой день нахуй, или что? Да залупа, я вот здесь почему я ошибаюсь? Мне это пиздец, ошибка глупая, я понимаю, что я ее делаю, вообще не понимаю почему. Ну, блядь, я ее делаю еще несколько раз подряд. Не, ну это пиздец. Это пиздец, реально. Я не могу так проходить, блядь. Знаю, что я ебалай. Это я уже все заучил, тут учить-то нечего, блядь. Это тоже изи, можно сказать, халява. Вот сейчас вот, блядь, ебаные... Та-да-та-да-та-да-та-да! Блять, еблантус, а? Я полтишок хочу, пацаны. Я причем не помню нихуя, что там дальше, блять! Сука, я нихуя уже не помню! Блять, я какую-то хуйню... Я не понимаю, блять, я делаю ошибки, которые просто... За которые мне стыдно, я не понимаю, почему я их делаю, пацаны. У меня реально плохое настроение, блять, у меня увеличилась жопа в размерах, блять. Что? Не знаю. Ой, блядь. Что я делаю? Что я делаю? Никто не подскажет? Зачем я подпрыгиваю на эту хуйню? Что я делаю? Что я делаю? Я доктор, блядь? Ну ебанько, блядь. Ну ебанько, просто вот. Это можно пройти. Я это могу пройти. Это не гексагон форс, это не электродинамикс. Но почему-то мне кажется, что это произойдет не сегодня, потому что нет прогресса, блядь. Так, все, надо рекорд бить. Потому что он, блядь, не был побит уже сколько сейчас по времени. Я дрочился в начале. Блядь, это пиздец. Причем я не скажу, что здесь лютые тайминги какие-то. Нормально здесь все. Я причем сам адекватно оцениваю ситуацию и понимаю, что здесь нихуяшеньки такого сверхъестественного нет. Но какого-то хуя делаю ошибки. Одни и те же причем. Это меня вышвыривает, мне так нравится, блядь. Дайте угадаю! Как вы думаете, попробуйте догадаться, что случилось? Я забыл нахуй, что дальше будет! Поэтому нажал эту ебаную хуйню, хотя там начинается этот, блядь, пердопёртер, блядь, летать. 47-й, блядь. Я открыл для себя электродинамикс, если не раньше. Пытался, понял, что не моё, пропустил, потом возвращался несколько раз. И до сих пор сейчас сентябрь, уже октябрь почти. Я всё ещё здесь. Да, что-то у меня, конечно, получается лучше. Конечно, я уже знаю, что где находится уже наизусть, ну реально, как бы... Но все равно, ну блять, ну должно быть выполнение. Уже не смешно просто. Я не знаю, друзья, но это прям меня изнутри выворачивает, когда такая хуйня происходит. Причем ошибаюсь-то не на самом сложном элементе, ошибся просто из-за нервов, реально, блядь. Из-за глупости ебучей. Алло.
Блядь. А, блядь. Я думал, наушники порвал. Блядь. 257 попыток. Охуеть! Я там чуть не налажал в конце с большой ракетой. Я в последний момент наверх полетел.